Белоярский, Кандинский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы и Сургут стали лидерами по вакцинации населения в Югре. Об этом на заседании оперштаба рассказал глава окружного депздрава Алексей Добровольский. В Нефтьюганске, Покачах, Радужном и Нефтьюганском районе, наоборот, наблюдается спад прививочной кампании. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила главам отстающих муниципалитетов усилить меры, чтобы привлечь население к вакцинации. По данным оперштаба, первым компонентом вакцины в регионе привиты 844 тысячи 16 человек. Завершили вакцинацию более 804 тысяч человек. Подлежат ревакцинации более 294 тысяч югорчан. По данным тепловой карты, размещенной на портале StopCoronavirus.RF, в автономном округе показатель коллективного иммунитета составляет 58,45%. Среднее по России значение этого показателя 62,6%. Отмечу. Да, количество граждан, болеющих коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, снижается, что, в свою очередь, свидетельствует об эффективности принимаемых противоэпидемических мер и о вашей, уважаемой югорчане, осознанности соблюдения этих мер и решении сделать прививку. Как рассказала Наталья Комарова, Роспотребнадзор и другие специалисты в феврале-марте прогнозируют увеличение количества заболевших из-за распространения штамма омикрон. Глава региона призвала департамент здравоохранения мобилизовать ресурсы, чтобы до пика заболеваемости успеть провести диспансеризацию населения.